чтобы были ваши кисти словно листья, словно листья, словно листья к ноябрю. Живопись, музыка и поэзия слились воедино. Необычная выставка открылась в Уссурийском доме художника. Идея родилась случайно, за чашкой чая. А что, если не просто показать людям свои картины, а еще дополнить их другими видами искусства? Мы художникам каждому предложили выставить работу и подобрать стихи. Или когда он рисовал, думал, писал, или потом уже написал и поискал интересное созвучие своему произведению, стихи. Я сама до 5 часов прочитала, мне так хотелось все-таки подобрать стихи, которые ближе подходили к моей живописи, к моему настроению. Итак, под холстами появились стихотворные строфы всем известных авторов, современных поэтов и даже сочинения самих художников. Нужные строки к своему акварельному багульнику Светлана Кашпура случайно нашла в интернете. И именно эту работу решила показать на выставке, впервые в качестве члена Союза художников. Жду этот сезон, чтобы побывать на природе и опять вот это вот все увидеть вживую, конечно, эти краски. Вот, стихи подобрала, все равно не просто долго я подбирала стихи, потому что как бы много стихов, ну, оно не соответствовало тому настроению. Поэтому, конечно, когда я увидела эти стихи, я думала, вот это оно, то, что мне нужно, да. Гости выставки подолгу задерживались у полотен, рассматривали картины, соотносили с поэзией. Были среди зрителей те, кто впервые попал в этот зал. Например, ученики детской школы искусств из поселка Тимирязевского. И я так думаю, они потихоньку будут приобщаться, и с каждым разом будет возрастать интерес. Почти 500 работ в разных стилях и под любое настроение останутся на стенах дома художника до мая. Выставочный зал работает со среды по воскресенье с 10 до 17 часов. Анна Клыга, Роман Адонин, Телемикс.